Светлый праздник Святой Троицы в Кафедральном соборе Рождества Христова митрополит Вениамин провел божественную литургию и представил Слуцкой епархии нового правящего архиерея Евсевия. Накануне в Полоцке святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил архиерейскую хиротонию Евсевия в епископа Слуцкого и Солигорского. Троица – один из важнейших православных праздников. Его еще называют «Зеленое воскресенье», потому что дома и храмы принято украшать зелеными ветвями и цветами. На Троицу в храме не принято просить что-либо у Бога, а лишь благодарить за то, что уже имеешь. На праздничную службу собрались прихожане разных возрастов получить благословение митрополита.